Сергей Сергеевич, к нам сюда. Прошу покорно, здесь теплее. Прозябливый, согреем вас, от душечек отвернем поскорее. Ага. Ну-ка, ну-ка. Ну, зачем же лазить, например, самим? А как? Мне совестно. Ну, как честный офицер я... Неужто для друзей не сделать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу. Так. Вот вам софа, раскиньтесь на покое. Куда прикажете, лишь только бы усесться. Прошу вас так. Дамочка, сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счесть. Хоть дальними наследство не делить. Не знали мы, а я подавно. Спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна? Ой. Не знаю-с. Виноват. Ну, мы с ней вместе не служили. Сергей Сергеевич, это вы ли? Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком. Найду ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки. Все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, то затем кто деловой. Как станешь представлять крестишку ли, к местечку. Ну как не породить родному человечку. Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод ему послужить. Ну! В 13-м году мы отличались, брат. А! В 30-м егерском, а после в 45-м. Да, счастье у кого есть все-таки, сынок. Имеет, кажется, в петличке орденок. За 3 августа засели мы в траншею. Ну, ему дан с бантом, мне на шею. А, да, любезный человек. И посмотреть так хват, такой прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Но крепко набрался каких-то новых правил. Да что? Чем следовал ему? Так. Он службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать. От молодости. Читать. А после хватит. А, вы повели себя исправно. Ну, давно полковники, а служите недавно. Ну, довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыт. Вот, вот это. То старших выключат иных, другие смотришь, перебит. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Так бывает, мы его счастливее везет. Да что? Да, у нас в 15-й дивизии не дали. А в нашем, хоть сказать, бригадном генерале. Помилуйте, а вам чего не достает? Нет, я нет, не жалуюсь. Не обходили, однако за полком 2 года поводили. Погоняли за полком. Зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться. Нет, 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 ну старые меня по корпусу найдутся. Ну да, это я понимаю. Я с 809-го служу. Да, да, да. Да, да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Так. Об них как... Истинный философ я сужу. Мне только бы досталось в генералы. И дай вам Бог. Здоровья вам. Генеральский чин. А там... Чего откладывать бы дальше? Речь завести... От генеральши. Жениться? Я ничуть не прочь. Ну что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь? В Москве ведь нет невестным перевода. Чего? Плодятся год от года. Да, батька, решительно скажу, едва. Где сыщется столица, как Москва? Ну, дистанция огромного размера. Кузбачка, отменная манера. На все свои законы есть. Ну, взять бы хоть у нас. История ведется, что по отцу и сыну честь. Пусть плохонькой. Но если наберется душ тысячки две родовых, тот уже них. Другой хоть притча будь. Раздумывая всяким чванством. Пускай себя разумником слови. А все меня включат. Да, на нас не подними его. Только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль.
кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь отперта для званых и незваных. Особенно для иностранных. Хоть честный человек, нет. У нас равнёхонько про всех готов обед. Я вам скажу, от головы до пяток на всех московских есть какой-то особый отпечаток. А посмотрите вы на нашу молодежь, на наших юношей, сынков и внучек. Журим мы их. А если разберешь, 15 лет учителей научат. А наши старички, как их возьмет задор, засудят об делах, что слово приговор. Ведь столбовые все, и в ус себе не дуют. И о правительстве, и... Ну-ка. И о правительстве иной раз так толкуют, чтоб если кто подслушал их, беда. Да. Не то, чтоб новизны вводили. Никогда. Нет. Спаси нас Боже. Нет. А придерутся. Вот к тому, к сему. А чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Ну, прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу, знаете, время не приспело. Ну, что без них не обойдется дело. А женщин? Ну, послушай, овладей, суди всему, везде. Над ними нет судей, когда за картами восстанут общим бунтом. Ой, дай бог терпи. Ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошлите их в Сенат. Ирина Власевна, да. Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна, а дочек, кто видал, вся голову повесит. Ну, его величество король был прусский здесь. Да, 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 да. Девился не путем московским, он девицам. Ох, их благонравью, а не лицам. И точно, можно ли воспитание быть? Умеешь же себя принарядить там тафтицей, бархатцем и дымкой. Ни слова в простоте не скажут. Вся с ужимкой. Французские романсы все поют и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Да. Решительно скажу, едва где сыщется столица, как Москва. Вот по моему суждению. Ну-ка. Пожар способствовал ей много к украшению. Ой, не говорите, мало ли кряхтят, зато с тех пор дороги, тротуары, дома. И все на новые. Дома на вы, но предрассудки старые. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Завяжи на память узелок. Просил я помолчать. Невелика услуга.